Кроме спецтехники, военнослужащие получают посылки и с другой гумпомощью. Так, волонтеры Тукаевского района отправляют бойцам маскировочные сети, сухой суп, душистый чай, аптечки, антидроновое ружье, дроны и многое другое. Активисты не только собирают коробки, но и сами отвозят их. С ними встретилась наша съемочная группа. Волонтеры Тукаевского района продолжают собирать посылки для военнослужащих. Так активисты вяжут теплые носки и маскировочные сети. Вторые нужны для укрытия бойцов и техники, чтобы с высоты птичьего полета их не было видно. Под каждый сезон выбирается определенный цвет. Это зимняя расцветка вот такая была. У них там зима, в принципе, где-то 2 месяца. У них такая грязная зима. Вот это зимняя расцветка. Сейчас уже весенние, летние расцветки, они вот такие зеленые, хаки идут. Летом жители Тукаевского района собирают душистые травы, после чего их высушивают и смешивают с заваркой. Вот таким образом и получается вкусный витаминный чай, который укрепляет иммунитет, говорят активисты. Особенно он нравится разведгруппе, ведь аромат напоминает о родном крае. Мята, листья смородины, вишни, малины, земляники, иван-чай, шиповник, зверобой. Все обрабатывается, измельчается, а потом уже смешиваю заваркой, заказываю вот такие пакетики маленькие. Потом все фасуем и отправляем нашим ребятам. Кроме того, в Тукаевском районе производят квадрокоптеры. Волонтеры показали несколько видов дронов, которые они отправили военнослужащим в зону проведения СВО. Называется «Крыло». Это получается, как сказать, дрон-разведчик. Он пролетает, разведку проводит, обратно возвращается. Чем он лучше, он даже боеполевые попадания бывает, он все равно летит, пока винт не пробьется. Вот этот дрон-разведчик. Как бы под нашим контролем, под нашим производством все это делается. Волонтеры отправили в зону проведения СВО около 20 квадрокоптеров разных моделей. Собрали еще 5. Активисты планируют и в дальнейшем оказывать помощь, но нужны спонсоры, говорят они. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны.